Знаете, вот прослушав эту композицию, вообще эту встречу, лечение вечное сердец, это столько любви можно ощутить здесь, столько увидеть заботы, столько нежности, ласки. И вот нас разделяет вроде бы тысячи, сотни километров, а вот это вечное лечение сердец, оно соединяется в такой поток энергии, и мы все просто ощущаем этот энергетический вот этот такой подъем и заботу, и общение, и понимание. И поэтому эта песня, она обязательно должна быть в каждом доме. Пусть кто играет, кто не играет. Кто поет, кто не поет, кто танцует, кто не танцует. Эта доступность вот этого комплекса, вот этой композиции, она дает соединиться людям вот в этом понятии выше, как любовь, взаимопонимание, доброта и все те качества и плоды духа, которые присущи человеку. Хочется, чтобы вот это чудо песни звучало в душе, которая сразу наполняет тебя, погружает, завоевывает и превозносит на какую-то такую высшую духовную ступеньку. С первыми звуками и с первыми словами. Хочется, чтобы это жило в тебе, ощущать вот это счастье. Счастье жить, любить, счастье общаться и научаться этому высокому духовному качеству.